Ребята, о, отлично, 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 вижу веселые смайлики, и мы начинаем мою любимую презентацию Fireflies. Ребята, и, конечно, сегодня мы будем говорить о путешествиях и будем говорить о деньгах. Не знаю, для кого что важнее, но для меня важно и то, и другое. А начнем мы с путешествий. И если здесь сегодня есть люди, которые впервые, то поставьте, пожалуйста, единичку. Те, кто еще не наши партнеры. Может быть, не впервые, может быть, частично что-то слышали, но еще не наши партнеры. Ага, Майя Гойман показывает, что здесь кто-то есть, кто еще не партнер. Угу, хорошо, отлично. Ну и так мы начинаем нашу презентацию. Меня зовут Иванова Лариса, я золотой лидер компании Fireflies. И эта компания, она буквально перевернула мою жизнь, потому что была жизнь до, более спокойная, менее кочевая и более такая... Нудная, наверное, да? Вот. А сейчас это жизнь, которая полностью переменила, ну, буквально каждый мой месяц, потому что, ну, практически каждый месяц я уже где-то бываю в новых местах, я постоянно где-то путешествую. И это сейчас показываю мое самое, наверное, из длительных путешествий за один раз. То есть за один раз это было 3 с лишним месяца, я уехала в середине октября, вернулась уже в новом году в конце января месяца. Я была месяц в Малайзии, месяц в Таиланде, где еще была в Сингапуре, и Новый год отмечала на Бали, там тоже было месяц. И вот вы видите, да, фотографии, здесь, правда, одна из фотографий тоже была позже, это вот такая смешная, где я читаю, это не так давно было «Израиль, Мертвое море». Ну и почему же удается так много путешествовать, да? Вот сегодня мы будем, ребята, об этом говорить. Почему мы предлагаем путешествовать с Fireflies? И вот, кстати, Сингапур, это сбылась моя большая мечта, когда я очень желала попасть именно в Сингапур и остановиться именно в этом отеле Marina Bay, и именно в этом бассейне купаться, плавать. Но получилось даже больше, чем я ожидала, потому что мы даже проводили вебинар прямо из бассейна. Там прекрасно ловил Wi-Fi. И вечером показывали закат. И, наверное, кто-то из вас видели этот вебинар из Сингапура. Много, конечно, интересного. Такая вот красота неимоверная. И уже даже ради этих впечатлений, ради этого счастья, стоит заниматься тем, чем мы занимаемся. Ну и немного расскажу, как устроен туризм. Хотя, наверное, многие имеют представление, но для тех, кто у нас вот еще не партнер. То есть существуют различные туристические продукты. Это отельная база, это авиатрансфер, экскурсии, страхование и так далее. Различные туристические продукты. И существуют глобальные системы бронирования. Их еще называют дискаунтеры, которые по оптовым ценам, вкладывая хорошие большие деньги, выкупают это тем, чтобы... потом получить свой процент и перепродать дальше. У них покупают туроператоры, есть такие крупные туроператоры, это Туи, Пегас, Тур и так далее. Они дальше делают свой процент и распределяют это уже по турагентствам, крупным, мелким. Турагентства, в свою очередь, распределяют и платят процент турагентам. Сюда же входит и оплата коммунальных услуг, недвижимости. И в результате тот человек, который приходит последним, он оплачивает всю эту посредническую цепочку. Но сейчас что происходит? Мы видим, что все больше и больше людей, которые путешествуют самостоятельно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто из вас уже путешествует самостоятельно. А те, кто сегодня впервые, если у вас уже есть ваши друзья, знакомые, которые путешествуют самостоятельно, то вы тоже поставьте плюс. Итак, жду. И я хочу сказать, что я уже вот 3 с лишним года... путешествую самостоятельно и именно с того момента, когда я стала сотрудничать с компанией Fireflies. Ну, конечно, все мои друзья, знакомые, даже по Российской Федерации, Александр, неважно. Это, знаете, так здорово, что мы можем путешествовать и по России. Я вот сейчас отправляю своих детей, у меня сын с невесткой, у них 2 близняшки, и я их отправляю в Сочи Адлер. Знаете, есть такой сказочный... отель «Богатырь», можете посмотреть, он такой, как замок прекрасный. И выход туда прямо в Олимпийский парк. И вот, пожалуйста, это Россия, но я их туда отправляю. Недавно у меня приехали, вернулись мои партнеры из Кисловодска. Это тоже Россия, прекрасно отдохнули. Да, кто-то ездит в Москву, кто-то ездит в Санкт-Петербург. То есть можно и по России путешествовать. И у меня есть партнеры, которым вообще нельзя выезжать в силу того, что они военные, они подписывали
обязательство, что они никогда, они не могут пока работать, выезжать за пределы России. Но, тем не менее, у них есть знакомые, которые выезжают, и они успешно сотрудничают с этой компанией. Можно путешествовать по странам СНГ. И я, мои партнеры, мы уже были в Казахстане, и в Белоруссии, и на Украине, где мы еще были, Грузия, да? Сейчас вот у меня 42 человека в марте месяце вернулись совершенно недавно из Тбилиси. Вот 42 человека отдыхали, там были и партнеры, и там были их знакомые, их родные. Ну и, конечно, можно путешествовать уже по более дальним странам. И 26 человек у нас отдыхали в Таиланде в январе месяце. Это могут быть разные страны, это могут быть страны Европы, какие хотите. Это очень здорово, что мы можем путешествовать там, где мы хотим, там, где мы сами выбираем. И вы видите онлайн-туроператоры, да? То есть все больше людей сегодня, которые начинают путешествовать самостоятельно. И по версии журнала Forbes есть профессии, которые уже считаются вымирающими. И вы видите, что среди них есть и турагенты. Но почему же такое происходит? Дело в том, что мы понимаем, что сегодня 21 век, все переходит в интернет, и, конечно, туризм в том числе. И вы видите, что Америка уже практически 100% путешествует самостоятельно. Европа тоже почти вся уже перешли на этот уровень. И страны СНГ тоже. Конечно, мы отстаем в этом плане, но я скажу, что три с лишним года назад, когда я впервые услышала об этой возможности, по странам СНГ было только 5% путешествующих самостоятельно. А сегодня их уже порядка 30%. То есть хотим мы или не хотим, с нами или без нас, но время делает свое дело, и, конечно, научно-техническая революция, время интернет, это все о себе успешно заявляет. И кто мы такие, для тех, кто впервые? Свискели AG – это акционерная компания розничной продажи туристических услуг. Первоначально компания работала как традиционный туризм, но видя, что все переходит в интернет, подытожив эту статистику, а вы видите на фотографии Урлик Мерки, хочу несколько слов буквально о нем сказать, потому что этот человек, он стоит вот тех слов, потому что по его учебникам учатся в высших учебных заведениях. Это человек, который пишет антикризисные программы по выходу стран Европы из кризиса. То есть человек очень грамотный политически и экономически. И увидев, что все переходит в интернет, он решил не противостоять этому, а наоборот распустить паруса, да, навстречу попутному ветру, использовать это и быть номер один на рынке онлайн-туризм. Вот такие амбициозные цели. И с 2011 года стал успешно развиваться на международном рынке онлайн-туризма. Вначале, первоначально, 2 месяца компания пробировала себя только в странах Европы, и после этого перешли уже на рынок СНГ. И отдельно туристическое направление получило выделенное название бренд Fireflies, но он является собственностью Свискели AG, то есть это не что-то разное. И для того, чтобы мы желали путешествовать именно через портал Fireflies, да, для того, чтобы исполнить свои вот такие заветные мечты и быть номер один на онлайн-туризме, нужно, конечно, было для нас придумать, для будущих своих потенциальных партнеров, придумать и создать наиблагоприятнейшие условия. И вот сейчас вы видите вот такой вот портал, да? Это портал, где мы с одного места можем бронировать любые услуги, какие нам нужны. То есть это могут быть горнолыжные предложения, апартаменты или отели от А до Я, любой категории. Это могут быть промо-акции, то есть акционные предложения. Это могут быть всевозможные программы, авиабилеты, трансфер, аренда автомобилей, страхование путешествий. То есть практически сегодня все туристические продукты, они сегодня присутствуют на нашем портале. И все больше и больше партнеров, которые уже сотрудничают с компанией Fireflies. А начиналось все вот так вот. То есть в начале, когда я 3 с небольшим года впервые об этом узнала, у нас была база 340 тысяч отелей и трансфера. И все. И тогда многие говорили, а как же, вот нету еще там авто на прокат, а нету страхования, а будет ли, а когда будут авиабилеты и так далее, и так далее. Но, естественно, не бывает все одним щелчком, что раз – и одновременно все появилось. Но скажу так, что
постоянно к нам прибавляются партнеры. И уже все самые известные бренды в мире туризма, они сегодня являются нашими партнерами. Посмотрите, будь то в области отельной базы, будь то в области там авиаперелетов и так далее, так далее. Многие любят Booking, знают Booking, да, те, кто самостоятельно путешествует и бронирует. Пожалуйста, вот он Booking, он тоже наш партнер. Материнская компания Booking, Priceline, в основном американцы ей пользуются, тоже здесь. Если говорить о России, да, Агода, Островокру, это все наши партнеры. TripAdvisor, это сайт, где собираются отзывы независимых путешественников. И мы, как путешественники, мы тоже оставляем там свои отзывы о тех или иных отелях. И вот TripAdvisor единственным нам полностью слил свою базу. И поэтому мы можем, заходя на наш сайт, и когда мы выбираем отели, мы можем сразу видеть отзывы на TripAdvisor. Друзья, конечно, это очень удобно, потому что те, кто самостоятельно путешествует и пользуются другими ресурсами, что происходит? Они заходят на один сайт, ищут отели, на другом сайте читают уже отзывы об этих отелях, на третьем ищут страхование, да, где застраховаться, на четвертом там берут трансфер или авто на прокат и так далее, так далее. Здесь все абсолютно в одном месте. Это, конечно, удобно, потому что это экономит наше время, и мы сразу видим и выбираем цена-качество, да, например, когда мы выбираем отели. И наших партнеров становится все больше и больше, потому что в центре стоим мы, клиенты. И мы не просто клиенты, а мы говорящие клиенты, потому что всегда человек, который путешествует, он поделится этим с другими. Согласны? Наверное, еще не бывает такого, в жизни не родился путешественник, который бы приехал с путешествия и закрыл рот, заклеил и ни с кем не поделился, и не показал ни одной фотографии. Но такого, в общем-то, не бывает, да? И вот посмотрите, сознательный путешественник, который пользуется именно нашим порталом, он, конечно же, экономит существенное количество денег, времени, энергии, потому что все в одном месте. Я могу бронировать, находясь в любой стране мира, в любом городе, я могу переезжать из города в город, я могу осуществлять себе гидкие туры, перелетать из страны в страну и быть там, где я хочу, и столько, сколько я хочу. Забронировала там отель какой-то, допустим, на 5 дней. Понравилось, захотела, еще продлила. Если мне интересно увидеть новые места, новые пляжи, посетить новые города, экскурсии, пожалуйста, я тут же могу забронировать, находясь в любом месте, с любого гаджета, лишь бы был интернет. А интернет сегодня везде есть. И поэтому, конечно, это удобно. Это очень удобный современный портал бронирования, который удовлетворяет наши потребности. И вы знаете, вот на себе все прошло, потому что когда было мое самое длительное путешествие, это было практически в первый же год моей деятельности, я специально поехала надолго, я специально вот окунулась вот с головой, это был риск какой-то, потому что тогда на YouTube практически не было никаких, вот сколько сейчас, да, отзывов, видеоотзывов об отелях, да, о Fireflies, о том, как наши партнеры заселяются. Тогда практически не было вообще информации, если она была, то она была больше негативна, ну как всегда, да, потому что большинство, общая масса, серая масса, она воспринимает всегда, так было и будет, все в штыки, да, потом какое-то количество посредническое такое общество, они смотрят, да, в позиции ожидания, ну 5 человек, которые первые, 5% людей, которые первые начинают, которые рискуют, но именно они потом и всегда выигрыши, потому что это есть те лидеры, на которых потом кто-то показывает пальцем и говорит, а им повезло, они были первыми. Так вот, когда я отправилась в такое путешествие, я действительно каждые 5-7 дней меняла отели. И мне интересно было посмотреть, как это работает, как я буду заселяться за ваучер, как меня будут принимать, как работает служба горячей линии. Я немного еще об этом расскажу. И вот на сегодня, вот вы видите, предложение более, уже эта сумма еще больше, потому что здесь 920 тысяч отелей, я начинала 340 тысяч отелей было, а сегодня это уже от 1 200 000 и до 1,5 миллиона. То есть огромное количество отелей по всему миру. На сегодня с одного портала мы можем бронировать авиабилеты, бронировать трансфер, бронировать авто на прокат,
покупать билеты на местные культурные программы, выбирать себе экскурсии и так далее, и так далее. Этот список, он постоянно растет и пополняется. Конечно же, это очень удобно, когда мы можем сами под себя выбрать цена, качество, посмотреть, какой у нас процент скидки, да, выбрать, на сколько дней я хочу, взять с собой столько человек, сколько я хочу, и пробыть в путешествии столько дней, сколько я захочу, а не столько, сколько мне, допустим, там предложит турагентство. Я выбираю сама, что я хочу, чтобы было включено. Я, например, в основном беру всегда, чтобы были только завтраки, потому что все остальное время я уже нахожусь на каких-то экскурсиях. И мне нравится, когда я могу перекусить где-то в каких-то кафе, сама себе выбрать и купить именно то, что я хочу. Это очень удобно. И также, помимо того, что мы можем сами для себя выбрать какие-то те или иные предложения, у нас на главной странице есть и льготные предложения. Так вот, если человек войдет на наш сайт и кликнет на любое предложение, которое ему понравилось, да, то он не сможет зайти, даже если он увидит те или иные скидки, но зайти и забронировать он не сможет, потому что у него попросят ключ. Ключ – это его логин и пароль, потому что у нас закрытое сообщество самостоятельных путешественников, куда можно зайти только по рекомендации уже партнеров нашего клуба. Ну, вот эти акционные предложения, они уже датированные. И, конечно, иной раз просто удивляешься, насколько это выгодные цены, насколько это экономно. Ну, вот смотрите, да, первое, 7 ночей Санкт-Петербург, $44 за 7 ночей, 85% скидки, да. То есть предложения есть и по России, предложения есть и по Европе. Эти предложения, они каждый день меняются, каждый день. Поисковик очень чуткий, гибкий, и он всегда откликается на большее количество поисков и сразу показывает нам те или иные города и страны. Вот это я сделала скриншот, знаете, я была поражена. Я этот скриншот, партнеры мои, которые сейчас здесь, они видели этот скриншот, потому что, ну, представьте, вот когда я это увидела, это просто было вау, да? Москва, 4 звезды, 29 ночей, $65. Друзья, это центр Москвы, это пешком до Красной площади, это 98% скидки. И за 29 ночей, то есть за целый месяц, надо было заплатить только $65. Вот такие уникальные предложения, они время от времени появляются на нашем сайте и даже с вот такими огромными скидками. И причем в отличие, Владислав, и причем в отличие от турагентств, когда вот горящие туры, да, вам не нужно быть в дискомфорте, вам не нужно подрываться за ночь, быстро собирать чемодан и куда-то там бежать, да, то есть мы к этому не привыкли, потому что мы все деловые люди, мы заранее планируем время, у нас есть семьи, дети, и мы выбираем время для путешествий, комфортное для нас. Поэтому даже наши акционные предложения, они, вы можете их увидеть на разные даты, и на апрель, и на май, и на июнь, и на август, и на сентябрь, и выбрать, если вас что-то устроит, либо забронировать что-то самостоятельно. И я уже сказала, что мы видим сразу отзывы на TripAdvisor, удобно, потому что есть отзывы, которые дает сам отель, да, и когда мы заходим на наш портал, мы видим фотографии отеля, мы видим карту. В формате 3D мы можем перенести человечка на карту и увидеть, что там рядом, какие здания, какие дороги, где-то находится, да. Но помимо тех отзывов, которые пишет сам отель, мы еще читаем независимые отзывы тех или иных партнеров. Очень много иностранцев, но вы знаете, есть функция перевести на русский. Вот, и поэтому мы все это видим и выбираем соотношение цена-качество. Конечно, это очень удобно. Сегодня мы можем заказывать и авиабилеты на нашем портале. И что интересно, посмотрите, вот выбрали мы, допустим, на какое-то число билет. И смотрим, цена, ну, на данном примере $229. Но и поисковик нам подсказывает, что если вы сместитесь и всего на один день передвинетесь, то цена билета уже будет $194. Удобно? Конечно, удобно, когда мы это видим. А если вы хотите еще дешевле, эконом-классом, то вот, например, low-cost Wizz Air, да, и цена будет еще дешевле.
То есть каждый может себе выбирать сам. Если вы, например, привыкли летать Аэрофлотом, вы собираете мили, пожалуйста, компания Аэрофлот тоже сегодня является нашим партнером. То есть, пожалуйста, сегодня мы тут же можем выбрать себе и заказать трансфер. И на то количество людей, которое вы желаете, это может быть или вот такой огромный автобус, да, как вот я рассказывала, что большое количество людей у нас уже ездили в Таиланд, и в Грузию, и в разные другие места и страны, да, или это, допустим, может быть, ну, какой-то там просто автомобиль. То есть в зависимости от количества человек вы сами себе выбираете. И на сегодня через наш портал вы можете заказать трансфер, вы можете посетить всевозможные мероприятия. Например, где-то проходят интересные экскурсии, где-то проходит там чемпионат по хоккею, или какая-нибудь олимпиада, или венецианский карнавал был, у нас партнеры тоже ездили, показ мод, выставка там художественной галереи и так далее, и так далее. И все это вы можете заказать на нашем портале. Причем у нас для этого есть специальные мини-путеводители. И отправляясь в какую-либо страну, в город, вы всегда можете увидеть, что сейчас там происходит, какие вы можете посетить достопримечательности и так далее. Ну и сегодня еще больше, наверное, большим авторитетом стало пользоваться уже даже не заказ трансфера, а именно авто на прокат. Сегодня вы тоже можете этим воспользоваться через наш портал. Это очень удобно. Я сегодня тоже уже не раз ездим с партнерами на машине. Например, мы приехали, ну куда первый раз, Прага, да, взяли машину на прокат, побыли там 4 дня, потом поехали в Венецию, потом в Вену, там уже оставили машину и дальше приехали в Будапешт. Или, допустим, в Израиле было такое, что мы прилетели в Тель-Авив, взяли машину на прокат и посетили Иерусалим, оттуда поехали на машине на Мертвое море, потом это был Эйлат, и потом это был Тель-Авив. Вот я столько мест посетила, да, и покупала с 3 разных морях, Средиземное, Красное, Мертвое море, и все это мы объездили на машине, это очень удобно. И сегодня, друзья, можно взять машину в одном городе, а оставить ее совершенно в другом городе или в другой стране, что тоже, в общем-то, удобно. Сейчас, ребята, я рассказываю все преимущества, которые просто для путешественников. Все, что я сейчас рассказываю, наверное, этого уже достаточно для того, чтобы желать, хотеть и путешествовать через наш портал. Вот пока только все о путешествиях. На сегодня мы можем застраховаться тоже у нас. И сегодня все больше и больше людей, которые уже не бегут в какие-то страховые компании, а делают это через интернет. Пожалуйста, вы можете это сделать у нас, и это тоже очень здорово, я немножко позже скажу, почему. Дальше. Очень приятно, что мы вошли в историю, вот ЭТОА, да? То есть мы вошли в ассоциацию, в мировую ассоциацию по туризму, куда входят самые благонадежные компании, самые известные бренды, которые проявили себя, заявили себя как о надежных партнерах. И вот вы видите, среди них есть компания Fireflies. И это очень радостно, потому что за короткий период достичь таких результатов, ну, это более чем похвально. Поэтому я рада, я горжусь нашей компанией. И если бывает, кто-то еще говорит, а у нас того нет, я смеюсь, я думаю, елки-палки, а что бы вы говорили, когда я начинала, 340 тысяч отелей и только трансфер, да? Или те, кто на год раньше меня начинали, когда там было вообще 100 с небольшим тысяч отелей и одни обещания на будущее. Хочешь верь, хочешь не верь, но кто-то поверили, кто-то пошли вперед, понимая, что за интернетом будущее, понимая, что ниша туризм очень потенциальная. И, знаете, нужно проходить тернии. Нужно проходить, пробивать какой-то путь. И вот тогда еще нам сказали, ребята, когда здесь будет все, вы здесь не нужны будете, потому что вы сюда уже войдете просто как клиенты. Поэтому радуйтесь, что еще того нет, что еще того нет, что вы первые. Но трудности, конечно, они будут. Не может быть одним щелчком так раз это, и все по волшебной палочке вам сразу, и все есть, и много, и так далее. И вот знаете, даже на протяжении этих 3 лет, сколько я в компании, я увидела на моих глазах, сколько уже нового появилось. Конечно, это очень радует. Демобиляр. Наша компания застрахована вот швейцарской страховой компанией Демобиляр на 5,5 миллионов швейцарских франков. Это примерно столько же миллионов долларов.
Именно от непоселения, от банкротства. Именно поэтому у нас есть такие гарантии, что вот никогда не произойдет такого, чтобы мы приехали, а нам сказали, ой, ваше место занято, мы вас не поселим. Вот приехали, допустим, спортсмены или музыканты, такого нет. Потому что в этом случае отель будет платить огромные штрафные санкции. И в этом случае им выгоднее всегда нас поселить классом выше, без доплаты, нежели нарушить договорные условия. Поэтому это очень приятно, что мы вот так вот защищены. И уже 94 страны, путешественники из 94 стран, которые пользуются нашим порталом. Вот такая уже широкая география за короткий срок Fireflies. И цель компании, чтобы у каждого человека было наше мобильное приложение Fireflies, чтобы каждый человек мог, находясь в любом месте, в любом городе, в любой стране, выбрать себе любую туристическую услугу. Друзья, это не значит, что вы обязаны именно, если вы здесь на портале, то вы 100% обязаны абсолютно все услуги брать с нашего портала. Но абсолютно нет. Потому что, когда я путешествовала, например, по Таиланд, по тем жарким странам, о которых я уже рассказала, да, мы там брали местный лоукост Air Asia. Ну, потому что из страны в страну перелетать там рядом, это обходилось вообще за копейки. И представьте, как выгодно, что я, заплатив один раз за длительный перелет, но я смогла посетить 4 страны. Какое бы турагентство мне дало такую возможность? Ну, конечно же, нет. И поэтому, знаете, сейчас уже компания наша разрабатывает мобильное приложение, уже есть несколько версий, и ну, в ближайшее время мы тоже все это увидим. Так вот, наша задача сейчас, конечно же, использовать то благодатное время, ну, я немножечко коснусь, это уже когда будем говорить о партнерстве. И находясь здесь, мы можем забронировать себе любой отель, на любой вкус, на любой карман, да. То есть это могут быть какие-то ну, шикарные, дорогие отели, это могут быть стандартные номера. Вы сами выбираете, на какое количество человек, сколько дней. Это может быть вот такой вот бунгало на острове. Много красивых отелей в мире, да. У меня тоже, я оставляю, делаю видеозаписи о разных отелях. И, конечно, прекрасно. Вот те самые путеводители, о которых мы уже говорили, они появились только в 2015 году. И я думаю, даже вот то, что вы уже услышали, уже, наверное, дает вот такую вот радость и желание именно зарегистрироваться, чтобы путешествовать через портал Fireflies. Но что еще хочу добавить, что очень-очень важно. У нас есть свой персональный лайв-чат, где мы можем получать ответы на любые вопросы. У нас есть услужливая мультиязычная служба поддержки. На 15 языках мира сегодня они отвечают на все вопросы. И нашими партнерами могут быть и являются люди из разных стран. И поэтому каждый человек получит вот такую вот поддержку. Путеводители мы уже говорили, страхование тоже. И теперь обращаем внимание на номер один, то, что очень важно. То есть то, что очень важно, потому что горячая линия – это та служба, которая, знаете, как наша крыша, которая всегда-всегда обеспечивает нас надежным путешествием. Что бы с нами ни произошло, если у нас любые вопросы, если нас кто-то не заселяет – кто-то заблудился, кто-то отстал, я сейчас просто из жизни беру, да, кто-то отстал там на самолет, даже по вине партнеров, кого-то заселили не в тот номер, у кого-то не работает вдруг кондиционер, где-то не работает Wi-Fi. То есть любой вопрос, но мы все, наверное, сталкивались, кто много путешествовал, что бывают разные ситуации, что бывают такие ситуации, когда действительно ты просто возмущенный, чувствуешь, что с тебя хотят там, наверное, какие-то деньги поиметь. Вот даже сейчас у нас ездила одна из наших партнеров, это, кстати, у нас было в России и в Кисловодске. И вот холодный был номер, и получилось, что когда она подошла и попросила, чтобы ей поменяли, ей с нее попросили доплату. И вы знаете, после того, когда она позвонила в службу горячей линии, все сразу решилось. Ей дали классом выше без доплаты. Ну вот здесь Валентина Булат есть, да, Валентина Булат тоже была в Кисловодске, тоже была подобная ситуация, и тоже, в общем-то,
Но с Валентиной у нас несколько раз такие были случаи, да, она это может подтвердить, и в Сочи, где нас потом переводили классом выше без доплаты. Шикарные двухкомнатные апартаменты. То есть, когда что-то не по-нашему, когда что-то не складывается, как мы ожидали, то нам дают классом выше без доплаты, и это уже многие могут подтвердить. Вот что такое служба горячей линии. Много примеров. И вы знаете, наверное, это номер один, потому что все мы хотим ездить надежно. Когда мы особенно едем со своими детьми, со своими близкими, то вот номер, вот такой фактор надежности, это номер один. Это для всех важно. Согласны? Ну и, в общем-то, наверное, я вкратце рассказала именно для путешественников, чем хорош этот портал, да, о его гибкости, о его возможности, о его защищенности. Вот так вот. То, что у нас есть гарантия на поселение, гарантия и возможность отмены брони даже за 5 дней до поселения, и нам 100% назад возвращают деньги, мгновенно на карту. Попробуйте, друзья, если вы в турагентстве что-то купили, какой-то тур, попробуйте потом вернуть деньги, если ваши планы поменялись. Это практически невозможно. Так или не так? Поэтому... У нас все гарантированно надежно с круглосуточной горячей линией на 15 языках мира. Ну, а сейчас я уже буду говорить для тех, кому интересно не просто путешествовать, а путешествовать очень выгодно, а путешествовать бесплатно и путешествовать даже прибыльно. Вот если вы хотите путешествовать много, бесплатно, чтобы вам еще за это платили, тогда вы можете сейчас остаться и прослушать уже вторую часть, которая будет касаться именно денег. Итак, теперь будем говорить о финансовой части. Почему я выбрала туризм для себя и наши партнеры именно как сферу деятельности? Ну, потому что вот есть такая статистика. Если сложить вместе рынок сотовой связи, рынок кофе, рынок здоровья и красоты, то это будет 2,5% мировых денег. Рынок же туризма практически 10% денег. То есть это огромная-огромная ниша. Это единственная ниша, которая никогда не падает, не сбавляет свои обороты. Наоборот, наблюдается постоянный рост. Что бы ни происходило в мире, какие бы экономические, политические события ни происходили. И существует три самых прибыльных ниши. Это машиностроение, нефтедобывающая промышленность и туризм. Но я думаю, в первые ниши нас мало кто позовет, да, но мы сегодня с вами можем участвовать в рынке туризма и получить отсюда хорошую прибыль, в зависимости, как мы поработаем. Поэтому, ребята, кто-то может просто путешествовать, кто-то может придет сюда для того, чтобы зарабатывать, а кто-то захочет, как и я, и путешествовать, и зарабатывать вместе. Но поставьте единички, кому интересно просто путешествовать, поставьте, кому интересно... Двоечки поставьте, кому интересно не просто путешествовать, а зарабатывать. И третье, кому интересно и то, и другое. Я перезвоню, не могу сейчас дать. Я перезвоню. Через полчаса. Извините, с Москвы звонят. Ну вот, практически все тут мои коллеги, да, единомышленники, это, конечно, очень приятно, потому что, когда мы зарабатываем, мы можем позволить себе путешествовать столько, сколько мы хотим, да, и вы можете тоже выйти на такой уровень, что будете путешествовать каждый месяц, и вы не будете сравнивать, бегать, а где сколько стоит, а сколько на других порталах, а вдруг я там горящий тур найду, за 3 копейки поеду, ребята, вы будете путешествовать бесплатно. И вы будете еще зарабатывать деньги. Вот знаете, когда я сейчас выбрала отель «Богатырь» своим детям, я даже не смотрела, и мне некогда, честно говоря, да и неинтересно смотреть, а сколько это на других порталах, а дай-ка я пойду там в турагентство посмотрю. Зачем? Я спокойно выбрала на нашем портале отель и отправляю детей. Вы знаете, я уже забыла, когда я там что-то вот там сравнивала и так далее, потому что не это цель. Но если я даже где-то выгода пойду, там возьму какой-то горящий тур, ну, во-первых, это говорит уже о том, что турагентства отживают свой век, потому что никто не хочет работать себе в убыток. И если уже такое происходит,
что горящие туры, и что люди, лишь бы, чтобы не потерять уже свое лицо перед отелями, и хоть 3 копейки получить, отдают вот действительно за 3 копейки, но это не есть хороший фактор. И даже если я туда пойду и приведу туда 10, и 20, и 40 человек, сколько у меня сегодня партнеры там с близкими путешествуют, что мне за это? То есть это люди, которые живут одним днем, люди, которые не видят дальше носа. Но, друзья, всегда нужно видеть за деревом лес. Если я куда-то буду постоянно водить или с каких-то порталов он будет бронировать, мы для них всегда будем только как клиенты. Вот это нужно понять. Здесь мы партнеры. Здесь мы в партнерской программе. Эта компания нам платит. Если мы хорошо работаем, двигаемся в этом направлении, то, соответственно, хорошо зарабатываем. Если мы, конечно, будем молчать, заклеим рот пластырем, вот, то ну, не на кого будет пенять, как кроме на себя. Тогда мы просто туристы. Ну вот обратите внимание, насколько туризм растет, да? То есть миллионы превращаются в миллиарды. С каждым годом туристов становится все больше и больше. Насколько это прибыльная ниша. Так вот мы, друзья, мы сейчас делим этот рынок. Что происходит? Как когда-то было в сотовой связи. Когда-то мы разговаривали, кто постарше, по междугородке, да? Мы отбивали телеграммы. И впервые, это было лет 15-20 назад, появилась сотовая связь и первые некрасивые мобильные телефоны. И что дальше произошло? Кто-то первый этим воспользовались, кто-то еще ходили, звонили по междугородней связи. Но вот те люди, которые распространяли, что сотовая связь – это хорошо, которые первые были в авангарде и впереди, и хотя это еще не было тоже идеально, телефоны были, вот посмотрите, какая картинка, да? Первые телефоны были вот такие вот, не сравнить с теми, как сейчас. Вот сейчас в Дубае купила уже последнюю модель, семерку с плюсом, iPhone 7 плюс. И тем не менее, когда мы сегодня звоним по телефону, по какой бы мы связи ни звонили, Мегафон, МТС, у кого какая связь есть, мы ведь на этом рынке только как клиенты. И даже если мы сейчас все договоримся, и скажем, ребята, давайте все будем пользоваться там рынком МТС. Нам уже никто за это не заплатит. Но мы понимаем, что есть люди, которые уже поделили этот рынок, потому что тогда, 15-20 лет назад, была партнерская программа, эти люди, которые были первые, они сегодня получают пассивный доход. Но мы на этот рынок уже можем прийти только как клиенты. Мы опоздали, мы свое время упустили. Но, друзья, давайте не упустим сейчас это время. Потому что сейчас как раз-таки нас пригласили сюда быть партнерами на этот огромный, самый прибыльный рынок, который намного шире и больше, чем сотовая связь. И вот в таких больших рынках реформация происходит действительно раз в 20 лет. И вот сейчас как раз у нас это происходит. И даже хорошо, что в странах СНГ еще многие не слышали об этой возможности. Еще многие пользуются турагентствами, да? То есть мы сегодня первые, которые несем эту информацию. Да, мы встречаемся порой с непониманием, да, мы встречаемся со скептицизмом. А как вы хотели? Это все нормально, потому что люди разные, и мы уже с вами тоже об этом говорили. И до 50% система, компания сегодня отдает нам. У нас есть разные виды доходов, я сейчас немного о них расскажу. И что мне нравится, что с этих всех доходов, 4 вида дохода, которых я сегодня немного коснусь. И с этих 4 видов дохода мы получаем деньги. Но у нас есть карточка, на которую идет 90% денег. И есть travel balance. Travel balance – это внутренний счет, который находится у нас в кабинете. И таким образом незаметно для нас, для нашего бюджета, у нас собираются деньги на путешествия. Это гениальная просто идея компании, потому что... Знаете, это как горшочек с кашей, который постоянно пополняется. То есть я, допустим, за ваучеры, это электронные билеты на заселение в отель, я заселилась в отель, а с travel баланса я могу оплатить авиабилеты или трансфер, или авто на прокат, ну, или какую-то другую туристическую услугу. И вот зачерпнешь отсюда, через некоторое время горшочек опять пополняется. Но сама карта, на которой идет 10% вознаграждения, она выглядит вот так. Карта ePayments английского банка, 7 ступеней за счеты, очень надежно.
и я всегда путешествую с этой картой. Карта долларовая, и я ею могу расплачиваться в любой стране мира. Если мне нужны деньги, рубли, например, я могу через банкомат снять это в России. Если я нахожусь, например, в Таиланде, то я могу снять там в батах, да, или в Сингапуре, там сингапурский доллар. То есть в любой валюте. Или вам нужно купить что-то в магазине. У нас много есть уже видео, мы часто снимаем о том, как мы что-то покупаем. Я многие вещи покупала за границей, телефон сейчас тоже купила за границей, до этого фотоаппарат тоже. Вот. Или вы хотите расплатиться, например, в кафе. Ну, очень прекрасная карта. То есть хотите деньгами, хотите что-то купите. Итак, первый вид дохода. Друзья, мы получаем процент до 4 примерно процентов от всех путешествий, тех людей, которых мы пригласили сюда. То есть человек, может быть, когда-то с вами съездил, а потом ему понравилось, он стал членом клуба, сообщества самостоятельных путешественников. Или это сразу люди, которые вместе с вами строят уже этот бизнес, зашли, да? То сколько бы те люди, которых вы не пригласили, сколько бы они не заселялись в отеле, или вот каждый, кто едет за границу, конечно, все страхуются, да? Вот представьте, 42 человека поехали, да, они все застраховались. Они взяли трансфер, они заказали какие-то экскурсии, и вам кап процент от всех тех людей, которые поехали. Вот сколько в отелях заселились, сколько раз в году кто ездил. И чем больше у вас будет таких людей, тем больше у вас будет это в чистом виде пассивный доход. То есть ваши люди пользуются любой туристической услугой, а вы получаете пассивный доход. И я считаю, это здорово. То есть сейчас вот мы делим такой огромный туристический пирог, принимая в нем долевое участие. Заселились ли ваши люди в отель в любой, да? Взяли ли они страховку? Вот, взяли ли они любую экскурсию, трансфер, авто на прокат. И хочу сказать, что сейчас компания работает над тем, чтобы мы получали процент еще и авиалинии. И возможно, что уже летом у нас будет и такая возможность. Вот. Но вы видите какой-то огромный потенциальный рынок. 85 тысяч самолетов вот даже сейчас над нашими головами. То есть представляете, какие это деньги. Поэтому, друзья, не раздумывая, следующий, второй вид прибыли. То есть первое – это процент от путешествия. Второе – мы участвуем в партнерской программе. И турагенты, они что предлагают? Они предлагают уже готовые туры. Продали вам готовый тур, который имеет какие-то ограничения, рамки, да? И вы в этих рамках куда-то поехали, они получили там какой-то свой процент. Мы же предлагаем дисконтные карты, где человек сам себе гибко составляет свой тур. Как ему нравится, он сам выбирает даты, количество человек, которые с ним поедут, да, сколько он пробудет в том или ином месте, когда он, может, из страны в страну переедет и так далее. И для этого у нас есть туристические продукты. Что они из себя представляют? Три варианта. Первое – это пакет Basic, базовый. Что он из себя включает? Это годовой пакет. Ну, знаете, для тех, кто еще сомневается, кому просто попробовать пока хочется, да? И что сюда входит? В течение года вы можете неограниченное количество пользоваться порталом и быть защищенным. То есть все те гарантии, о которых я говорила, да, гарантии надежности, о том, что вам гарантировано, что вас заселят в тот отель, в тот номер, который вы захотели, либо классом выше, гарантия, что вы можете отменить бронь и получить 100% мгновенно деньги, да? Гарантия круглосуточной горячей линии, которая окажет вам поддержку в любое время дня и ночи и так далее. Это распространяется на вас и плюс 9 человек еще, которых вы можете с собой взять. Они тоже все защищены и под поддержкой круглосуточной горячей линии. В течение года неограниченное количество раз вы можете ездить, пользоваться всеми услугами. И один раз вы можете заселиться за ваучер, который уже есть в пакете. Что такое ваучер? Это электронный билет на заселение в отель. Вот как вы купили электронный билет самолет, да, и зашли в самолет. Это на заселение в отель. И за один ваучер могут поселиться минимум от 2 человек и более, от 2 до 10 человек. 10 купонов. Ну, купоны – это, как скажем, наличка к деньгам.
У нас сейчас готовятся очень интересные предложения, иногда они уже проскальзывают, их показывают. Купоны у нас просто появились позже, и сейчас компания работает над тем, чтобы расширялся еще огромный выбор и базы по купонам. И у нас будут предложения ваучеры плюс купоны плюс доплата, или там деньги плюс купоны и так далее. И есть еще две опции Best Price. Best Price – это возможность сделать еще плюс 8% скидки. В этом пакете вы видите 6% скидка, это от оптовой. И дважды вы можете еще добавить, допустим, вы едете, ну я же сказала, в любое время, там вы можете в течение года неограниченное количество. Портал, кстати, вам подарок, вы за портал не платите. И за службу поддержки все это вам подарок. Вот, и дважды вы можете еще к этим 6% добавить плюс 8. То есть дважды вы можете себе от оптовой сделать еще 14%. Стоимость этого пакета 556, и если вы посчитаете, стоимость ваучера, он стоит 280, причем это оптовая цена, мы находим очень много предложений, где покрытие ваучера гораздо больше. Вот когда у нас проходит именно обучение, вот часто Наталья Данилюк у нас как-то проводила, да, и когда мы разбираем портал, и именно у нас идет школа по бронированию, то там показывают вот эти все волшебные кнопочки. И мы показываем, что ваучер нам обошелся 280, а покрытие ваучера, оно очень часто бывает намного больше. 350, 460, 850 и за 1000. То есть уже на этом даже мы выигрываем. Ваучер – это ваша собственность. Вы его можете подарить, вы можете его продать, вы можете отправить детей на свадьбу или откатать самостоятельно. Так вот, если вы сложите 280 плюс 10 купонов, это 236, и плюс две опции Best Price, они по $20, то как раз будет стоимость 556. Все, что вы заплатили, это деньги, которые вы положили на свой туристический счет, и которые вы можете использовать тогда, когда вам удобно, в течение года, даже больше. Потому что главное, чтобы вы до конца года сделали бронь. Поэтому вы можете даже выйти за пределы этого года. И заплатив 556, вы уже выигрываете, и пользуйтесь порталом, и защитой это все вам уже идет в подарок. Далее, сейчас покажем примеры. Ну вот, например, это предложение именно по ваучерам. То есть это просто скриншот с очередных предложений, они меняются как перчатки, каждый день я вам уже это показывала. И вот здесь мы видим, что цена, допустим, стоит ваучер, но если мы вышли за пределы ваучера, больше дней, допустим, или больше включено, или больше звезд, то будет ваучер и какая-то доплата. Ваучеры можно складывать, можно заселяться и в более дорогие отели, тогда можно несколькими ваучерами оплатить. Итак, следующий пакет Smart. Smart – это если вы Basic умножим на 3. Вот если Basic прошел ваш год, и вы опять взяли Basic. Прошел год, и вы опять взяли Basic. Вот за 3 года вы заплатите сумму 1668 за 3 года. Но если вы берете пакет Smart, то компания вам дарит 2 года еще в подарок. То есть по цене 3-летнего пакета вы получаете 5 лет пользования порталом. То есть один раз заплатили Smart и 5 лет спокойненько путешествуйте, бронируйте. И скидка здесь уже 10%, а не 6%. И еще 6 раз вы можете к 10 прибавить еще 8%. То есть вы 6 раз можете вообще за 18% от оптовой цены путешествовать. И также брать с собой плюс 9 человек. У вас здесь 3 ваучера, то есть у вас уже 3 путешествия, там могут быть либо 3 бюджетных путешествия, либо можете сразу 3 ваучера откатать, заплатив за тот или иной отель. Мы понимаем, отели разные, стоимость разная есть. У вас здесь 30 купонов. И опять-таки вы платите за туристические продукты, которые вы до нитки полностью используете, а портал 5 лет, защита компании, все гарантии надежности, которые нам позволяют путешествовать действительно по-швейцарски, спокойно и уверенно, вот это нам действительно подарок от компании. И пакет Life. Ну, Life – это наш статусный VIP-пакет, королевский пакет, как мы его называем. Это пакет для тех людей, которые умеют считать деньги, потому что это уже ваше собственное онлайн-турагентство в кармане. Один раз заплатив, и забыв на всю жизнь думать больше о цене. Вы всю жизнь пользуетесь этими благами и еще передаете этот пакет по наследству. Почему? Обратите внимание, пакет стоит, ну, как 7 наших бейзиков.
И по цене 7-летнего пакета мы получаем пожизненный пакет, пожизненное право пользования этим порталом. Но так как в Швейцарии требуют цифры, вот в кабинете, кто мы начинали, у нас прям написано пожизненный пакет. Сейчас требуют цифры, вот 99 лет. И, конечно же, друзья, с правом передачи по наследству. Вот знаете, у меня сегодня у самой пакет Life, ну не сегодня, я его сразу брала, занимала, правда, не было у меня той суммы. Но очень рада, потому что через буквально 4-5 месяцев такой же пакет взяла сыну на день рождения. Вот у нас сегодня два пакета Life, а у него сегодня две близняшки. Вот каждый потом будет по пакету Life еще в наследство от нас. Классно! Так, ребята, всю жизнь пользуйся порталом с самыми большими скидками. То есть вы видите, это 14% скидка, но здесь есть еще 14 вот опций Base Price. Напоминаю, это дополнительные 8%, которые вы можете прибавить к 14. То есть 14 раз у вас 22% скидка. Напомню, в Basic это было 6%, в Smart 10%, в Life 14%, да? И еще плюс самое большое количество опций Best Price. Здесь 7 ваучеров. Это говорит о том, что вы уже 7 раз можете... Спасибо, Владислав. Можете заселиться в отеле. Ну, скажем, двойки, тройки, четверки разные бывают. А можете сразу 7 ваучеров заплатить. Так это... Ну, вот я 7 ваучеров потратила на отель Богатырь. За 8 дней там еще плюс какая-то доплата, да. Можно и так, да. Целых 70 купонов. И сейчас огромное количество акционных предложений готовится на купоны. Только успевайте хватать. И это ваш семейный бизнес. Плюс, в отличие от предыдущих пакетов, это уже ваша франшиза. Почему? Потому что ваше онлайн-турагентство, позволяющее вести его из любой точки земного шара, где бы вы ни находились, оно вам позволяет отправлять людей даже без собственного вашего присутствия. То есть, если в первых пакетах я сказала, что вы можете с собой брать плюс 9 человек, то здесь даже без вашего присутствия, с вашего портала вы можете отправлять людей, допустим, дети захотели Европу, друзья захотели Египет, вы там захотели там Санкт-Петербург или там Вадлер, неважно. То есть, кто куда, вы можете отправлять неограниченное количество людей, хоть каждый час по 10 человек в разные места. Здорово, здорово. И все они защищены. Знаете, сегодня к нам заходят умные турагенты. Не все, потому что турагенты, мы думаем, что они все умные, они, ну, продажники в большинстве своем. А вот умные турагенты, они очень хорошо пользуются этой возможностью, и они выбирают, где, допустим, дешевле отель можно взять, и это, как правило, у нас, потому что у нас гарантия самых низких цен. Если на онлайн-портале вы нашли цену ниже нашей, вы имеете право сделать скриншот и отправить компанию. Но сравниваем мы всегда с пакета Life, естественно. Да и вообще, знаете, 99% вот моих партнеров – это все лайфы. И плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. А я хочу спросить вот сейчас из здесь присутствующих, какие у вас пакеты? Можно спросить? Поставьте, пожалуйста. Какие пакеты у вас? Вот если я открою свой кабинет, это, ну, будет 99,8% это у всех лайфы. Да, но вот здесь мы смотрим, да, это уже не мои партнеры, Галина, Ларета, Гульмира, вот тут Казани, Казахстан, Людочка моя, Турлат, помню. Вот. Да, лайф как минимум. Мирамхан лайф, да, Казахстан. Вот видите, наверное, лайф стоит того, раз мы все-таки пользуемся лайфами. И еще вам скажу, друзья, если вы имеете лайф, вы не только выгодно путешествуете, но вы имеете возможность и более быстрыми темпами зарабатывать деньги. А сейчас по новому маркетинг-плану, который у нас сейчас вот только в феврале вошел, то уже даже за собственное путешествие мы имеем баллы. То есть мы купили себе путешествие, мы купили себе Smart Life, и у нас уже даже за нашу покупку идут баллы, и у нас уже выше статус. Но сейчас тоже этого чуть-чуть коснемся. А вот сейчас вы видите здесь, да, вот такие промо-предложения уже, где можно использовать и купоны, и
И доплата деньгами, видите? Но таких предложений, я уже сказала, будет больше и больше, они также будут расти, и будет то же самое, что и с отельной базой. И хочу показать вам, я вам сказала уже, что стоимость ваучеров очень часто гораздо выше, чем мы заплатили. Нам ваучер обходится $280, но если вы вот здесь посмотрите под картой, где написано «ограничьте список», обратите внимание, поставите галочку «предложение по выделенным ваучерам Diamond». Или если вы оплачиваете долларами, то есть вот выше, где лупа, видите, красненько, в правом верхнем углу, вы можете выбрать, в ваучерах вы оплачиваете или деньгами. И когда вот здесь ставите галочку, там вам всегда показывают покрытие. И вы всегда можете выбрать себе там, где будет больше скидка. Но хочу сразу сказать, что на дешевых отелях больших скидок не будет, потому что они сами по себе бюджетные. И естественно, чем уровень выше, тем больше может быть выгодных предложений. Но вот мы смотрим, допустим, вот отель, который стоит 4 ваучера плюс доплата, и вы видите, один ваучер 1920 там чем-то, да, 23, по-моему. То есть, это стоимость ваучера, во сколько оценивает отель этот ваучер. И представьте, что у нас 4 ваучера, и один ваучер нам обошелся $280, а у нас их 4. Представляете, какая выгода уже только за счет этого. Ниже написано рыночная цена. Рыночная цена – это цена букинга. Или поехали вы вот с компанией, вот 11 ваучеров потратили, да? И покрытие ваучера здесь тоже, вот мне не видно, у меня тут закрытая панель управления, но тоже, по-моему, там 400 с чем-то. И представьте, на каждом ваучере, на 11 ваучерах, какие вы выигрываете деньги. Вот здесь находится Анатолий Мында, и он мне как-то сказал, говорит, еще ни разу за время сотрудничества с компанией Fireflies я не потратил ваучер так, чтобы это не было с большим покрытием. Анатолий, не помню, какую вы цифру говорили, может, напишите. Но вот Анатолий сказал, я всегда нахожу предложение, где ваучер у меня покупают там, ну, допустим, там от 400 с чем-то долларов, вот примерно что-то такое. Да, это действительно факт. Уже на этом, знаете, сэкономленные деньги, это уже заработанные деньги. И это надо ценить. И в зависимости от того, на какой пакет у вас подключается партнер, вы видите вот в правой колонке, да, какие деньги вам заплатит компания. Причем компания заплатит не с денег этого партнера, нет, свои деньги, которые он положил на свой туристический счет, он полностью на себя любимого и потратит. А вам компания платит из своей прибыли. И вот если вы взяли даже хотя бы уже средний пакет, то вы уже получите не 5% как новичок, а уже я вам сказала, что ваши баллы вам уже зачтутся, и вы уже получите 9%. То есть посмотрите на старте, допустим, вы продали лайф, ну так как вы увидели, да, вот тут все написали, что у всех лайфы, да, вот это самый наш популярный, люди умеют считать деньги, это приятно. И вот смотрите, лайф $194, новичок продал лайф, он получил $194, а если он взял хотя бы пакет смарт, то уже за эту же работу ему заплатят $350. То есть он новичок, он на старте, он сделал свой первый шаг. Но есть разница 194 или 350. И, соответственно, баллы все растут, баллы все суммируются снизу вверх. И в зависимости от того, как растет ваш статус, растет и ваши выплаты. Серьезные выплаты и многие вознаграждения начинаются с уровня gold, золота. И вы видите, за эту же продажу gold получает уже, ну, ближе к $1000, да? То есть это радует и есть к чему стремиться. Я не буду сейчас подробно маркетинг-план разбирать, потому что это много времени займет, и на это у нас есть отдельная школа. Я сейчас в целом. Компания дает нам выплаты от наших прямых рекомендаций, то есть это прямой бонус, есть глубинный бонус, есть автобонус, лидерский бонус, то есть всевозможное вознаграждение. Третий вид вознаграждения – это лояльти. Успеваете, друзья? Ага, Анатолий Мында вот написал, что выше $500 он всегда находит
отели, которые имеют покрытие выше 500 долларов. И знаете, когда мы слышим, что кто-то ноет и говорит о том, что «Ой, не могу найти себе отели, выгодное все», но чаще заныривайте, чаще ходите искать, ищите и меньше общайтесь с негативными людьми, а учитесь у профессионалов. Заходите на вебинары, заходите на те школы, когда учат, как работать с порталом, и научитесь тоже все находить. Итак, значит, еще раз, первый у нас это пассивный доход, да, это процент от всех путешествий тех людей, кого мы пригласили. Второй – это классика, где мы получаем глубинный бонус, прямой бонус и так далее. Третий вид – это лоялти. И если во втором классическом зависит от того, кого мы пригласили, дальше мы уже тоже наполовину пассивный доход, потому что уже глубина – это те, кого эти люди пригласили, да, то лоялти – это уже деньги, которые мы получаем от общемирового бизнеса. Здесь есть свои пакеты, я не буду на них останавливаться, потому что они дают право на доход только тем, кто уже имеет стандартные пакеты, о которых мы сейчас сказали – Basic, Smart или Life. Но если вас это заинтересует, то ваши партнеры, те, кто вас пригласили, они тоже вам об этом расскажут. Потому что, собственно говоря, это тоже хорошие деньги. Одна бизнес-позиция вам может принести вот такие деньги. Да? И, соответственно, если у вас 3 бизнес-места, а второй пакет, то это 16500. И Life имеет вот такой потенциал, как 38500 долларов. Да, здесь есть возможность пассивного дохода тоже, потому что здесь, особенно когда выходишь в большой цикл, уже все перемешаны, никто никого не знает. Рядом с вами могут быть люди абсолютно из разных стран. Но, тем не менее, я никому никогда не рекомендую быть пассивным в этом плане и ждать, пока тебя кто-то тупо вытолкнет. Знаете, будьте личностями и понимайте, что как вы хотите, чтобы вас кто-то вытолкнул, так и другие тоже хотят, чтобы вы тоже действовали. Потому что у нас несколько раз было такое, мы приглашаем, работаем, кто-то выходит, получает 500 долларов, 5000 долларов. Но как-то, знаете, хочется, если это командная работа, то это командная работа. И те, кто сюда вошли, все-таки хочется, компания рассчитывает, что мы лидеры. Нам не сразу вообще дали возможность это. Вначале этот бонус, он был только для европейцев. Если мы сюда вошли, то, конечно, нужно активно действовать и зарабатывать вот такие вот деньги. Я заработала, приятно, иду дальше. И в этом участвуют разные страны. У нас есть, конечно, и конкурс путешествий, когда вы можете активно работать и пригласить кого-то. Это и попасть в путешествие со своими членами семьи, со своей половинкой, например. И четвертый вид вознаграждения – это World Travel Club. Вот сегодня мы на этой площадке проводим данный вебинар, и несколько слов скажу именно об этом. Если у вас сегодня вдруг есть какие-то там сомнения в том, чтобы там брать тот или иной пакет, но не разобрались, может, вы впервые, или у вас есть какие-то очень серьезные финансовые трудности, или вы не уверены, что вы сможете пригласить человека, который возьмет пакет, и человек хочет пока подумать, посмотреть, но мало ли как, да. Или вы хотите иметь как дополнительную площадку для старта, как площадку, которая поможет вам больше находить людей, и не только из вашего окружения, но из холодного рынка. Если вы хотите научиться работать через интернет, с соцсетями, с Инстаграмом, то World Travel Club – это как раз для вас. То есть это полностью автоматизированная система работы, которая имеет лендинг-страницы, которая имеет инструкторов, которая имеет свой чат, это как ваша вторая наставническая такая домашняя группа, где вы можете получить поддержку от любого партнера и двигаться вперед. И World Travel Club дает, конечно, и новых партнеров на пути к успеху, к Fireflies. Вот вы видите, да, что они между собой очень дружат, эти две системы, и World Travel Club полностью заточен на успех в работе Fireflies. Скажу так, что здесь уже порядка, наверное, 12 или больше, может быть, Майя напишет, сколько ли Анатолий, золотых лидеров. Вот. И, в общем-то, я использую все 4 вида вознаграждения, потому что World Travel Club дает вам возможность еженедельно получать дополнительно 605 долларов. Как у нас будет об этом тоже вебинар, скажу, что очень простейший маркетинг, очень это легко делать, но надо действительно попу поднять. Знаете, под сидячий зад купюра не пролезет. Поэтому вот для того, чтобы что-то получать, ну, все-таки надо стараться и двигаться, что-то делать. Итак, сегодня
Мы используем вот такие ресурсы. Туризм как потенциальная ниша, я уже сказала, насколько это прибыльно, да. Интернет это скорость, это самая огромная мировая скорость интернет, никто не будет спорить. Так вот сегодня эти две ниши соединились, поженились, туризм умноженный на интернет, это скорость, это суперскорость, да. Сообщество, все люди объединяются по интересам, и мы здесь единомышленники, это интересно. И плюс бизнес-возможность, то есть мы с одной стороны можем пользоваться всеми льготами, о которых я сказала, а с другой стороны нам еще и платят. Конечно, уникальная возможность, и спасибо Урлику Мерке, никогда бы столько не путешествовала, какие бы я не использовала там даже горящие туры. И как мы уже сказали, нет такого человека, который бы приехал и не поделился. И часто человек приезжает и рассказывает, как здорово он отдыхал в какой-то стране, какие там интересные экскурсии, о том, что ему понравился какой-то отель и так далее. И в следующий раз его знакомые, друзья собираются и едут в те края, заселяются в тот отель. А что ему? Да? Так вот мы, делая то, что делают все, только мы ставим свою реферальную ссылку. Только мы приглашаем в наш клуб, и нам за это платят. Вот, в общем-то, делая то, что делаем всегда, только мы сегодня на этом зарабатываем. И у нас есть для нашего успеха все. Есть онлайн-обучающая система. Те, кто особенно World Travel Club, они очень знают, как это серьезно работает. У нас такие серьезные спикеры, знаете, которые дорогого стоят. Если вы найдете такого уровня людей в интернете, вы увидите, что это стоит хороших денег. Наши партнеры получают эти знания бесплатно. Вы научитесь работать и в Инстаграме, вы будете получать знания и по личностному росту, и как ставить цели, и как планировать, и как развиваться в Fireflies, и разбирается маркетинг-план, и многое-многое другое. У нас есть обучение и семинары от компании. Они есть и внутренние, по странам СНГ очень часто лидеры организуют сами, и, конечно же, международные семинары. Обязательно личностное наставничество, обязательно поддержка сообщества. Ну вот это билеты, мы были, да, действительно на Балатоне, сейчас у нас такое же мероприятие будет в Венгрии. И вот здесь, вот в центре, это я с Урликом Мерке, вот моя Валентина Булат на сцене стоит с новым уровнем. Вот здесь меня поздравляют Сергей Ханин, Наташа Данилюк на сцене, мы закрыли золото. Вот мои партнеры здесь, Людмила Львовна, Валентина Булат, Оля Грачева. Ну, это очень приятно, знаете, это обучение, это развитие. И мы сочетаем, мы не просто путешествуем, а мы еще развиваемся. И мы не просто развиваемся, а мы путешествуем. Потому что, когда мы едем на какой-то семинар, мы стараемся еще мимоходом посетить пару-тройку других стран, либо городов. Вот так вот убиваем нескольких зайцев. Ну и подытоживая нашу встречу, я хочу сказать вот именно вот двух словах, двух этих предложениях, что я отдыхаю в пятизвездочных отелях, за это я не плачу ни копейки, а компания, в свою очередь, платит мне за то, что я об этом рассказываю, что, в общем-то, я сейчас и делала. Друзья, поставьте, пожалуйста, оценки, было ли вам что-то понятно, особенно кто первый раз, не пожалели ли вы, что вы сегодня пришли на эту встречу. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, обратную связь. А я пока хочу вам сделать небольшое объявление, что мы сейчас от World Travel Club стали проводить ежедневно утренний кофе. Утренний кофе у нас будут проводить разные спикеры. У нас есть специальное расписание еженедельное. И утренний кофе – это такая утренняя 15 там плюс, ну, максимально 30 минут. Вот такая вот зарядочка энергетическая. Поэтому просыпайтесь пораньше, делайте себе кофе с мороженым. Я вот сегодня так сделала, вечером, правда. И приходите на кофе. И вы услышите, каждый спикер поделится какими-то ценностями, какими-то фишками. Завтра буду утренний кофе, завтра, послезавтра буду проводить я. Вот. И завтра я с вами поделюсь. Не скажу еще, что будет послезавтра, а на завтра открою секрет, завтра поделюсь. И у всех у вас, наверное, возникает часто вопрос, и ваши кандидаты говорят, ну а почему не через турагентство, а почему не через booking.com, там, на других порталах. Я хочу завтра с вами поделиться именно на эту тему, вот 15-20 минут, почему же не все остальное, а почему надо ездить и выгодно ездить через Fireflies. Хорошо? Вам это интересно? Если интересно, поставьте десяточку. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо, мои хорошие.
Поставьте десятку, если эта тема на завтра вам интересна. И тогда приглашайте своих гостей, своих кандидатов. И завтра к 10 утра я жду вас на утренний кофе. И остальное все смотрите по нашему расписанию в World Travel Club, потому что у нас проходят вечерние мероприятия, очень все идет насыщенно. Я всех приглашаю, если вы еще не члены World Travel Club, то я вас всех сюда приглашаю, вы об этом не пожалеете. И стоимость это, конечно, смешная. Вход это $55. Но одни только тренинги, один любой из этих тренингов уже стоит дороже, да? А вы один раз заплатили, кто-то у меня как-то спросил, это каждый месяц? Нет, не каждый месяц. Это заплатили и потом аж через год. Но маркетинг настолько простой, и вы здесь и получаете новые знания в области путешествий, в области маркетинга и многого другого. Я уже сказала, не буду повторяться. Вы развиваетесь. Это уже стоит того. Даже к нам люди приходят, просятся стучаться из других компаний. Но у вас есть возможность здесь тоже зарабатывать. Но об этом вы тоже услышите. Поэтому регистрируйтесь, разузнайте об этом больше. Ну, я всем хочу пожелать, спасибо, Галочка, всем хочу пожелать доброго вечера. И завтра с утра встречаемся на утреннем кофе. Ю-ху! Пока-пока, ребята, спасибо всем, кто был сегодня. До новых встреч. Вот такие красивые праздничные ночные здания. Это вот наш участок. Мой номер выходит, как раз я показывала с балкона, на всю эту красоту. Тут фонтанчики, тут бассейны разные, бассейны с подогревом. И вот посмотрите, какая красота. А вот там музыка, отдыхают люди. Сейчас мы пойдем туда, а потом пойдем на пляж. Здесь, кстати, самый крутой пляж из всех Дубая. Ну вот, что могу показывать вечерний Дубай. Вот, это все, что рядом с нашим отелем. Мы находимся в очень крутом месте.